Военная приемка представляет. Реактивные двигатели. Вот это? Это сопло. Да. Гильотина. Идеальная заточка. И даже компьютер. Помимо мозговых извилин, более обширных, здесь появились встроенные датчики перегрузок. Что еще может найти военный пилот у себя в кресле? В этом выпуске мы займемся катапультированием. Только в нашей программе вы увидите, как устроены и как спасают жизнь в критической ситуации самые надежные катапультные кресла ВКС России. Ты чувствуешь уже не каждую секунду, а каждую тысячную долю секунды. Военная приемка. В воскресенье в 10:00.